Ассаламу алейкум, уважаемые друзья. Ну что, вот, решил показать вам своего гостя. Артем у нас, как говорится, приехал с другого края России, скажем так. Короче, с Донбасса приехал мой брат. Вот, показываю его вам. Находимся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Вот приехал наш брат тоже. Абсолютно спокойно для того, чтобы посмотреть, как наши бойцы делают работу. Ну и, конечно, я бы хотел сказать, что у нас работа сегодня продолжается. Уничтожаем противника. Настроение у пацанов боевое. Противник пытается лезть из всех щелей. Справа, слева. Ну, везде выискиваем, потихоньку бьем его. Братан, ну что, скажи, что ты думаешь по поводу того, что происходит? Ну, с обстановкой ознакомился, в принципе, обстановка стабильная, все в порядке. Парни работают, трудятся, имеют успех, хороший успех, ну, как обычно. Наши ребята используют все методы, все средства для того, чтобы как можно больше противника уничтожить, закрыть им все возможности прохода диверсионных групп. Ребята молодцы, сейчас пройдем, поддержим, так сказать, боевой дух, непосредственно уже по боевым порядкам. Так, поприветствуем там парней, всем привет, победа будет за нами, как всегда, Курск. Курск целый, Курск невредимый. То, что там рассказывают горе-блогеры, которые все пропало, всем бежать, не слушайте. Все нормально, все хорошо. Да, есть сложности, но, в принципе, без сложностей жизни не бывает. Поэтому все решаемо. Ребята молодцы, мои братья. На страже все работает, все хорошо. Ну, что я хочу добавить всем тем, кто нас смотрит. Значит, смотрите, друзья. Чтобы вы не думали, там, что кто-то кого-то хотел бы обмануть, там, что-то там скрыть от вас. Вот. Везде, по всей линии, идут боестолкновения. Где-то у нас бывает, там даже некоторые участки в день по нескольку раз переходят из рук в руки, потому что противник пытается пробить, там где-то он проходит, и потом мы его выбиваем, наши проходят, забирают. То есть идет интенсивная работа наша по уничтожению того противника, который оказался на нашей территории. А вот почему я вот показываю вам Артема, я скажу честно. Вот человек вроде бы занимает высокую должность, то есть руководитель парламента получается. Парламент он у вас? Mm-hmm. Вот, парламент. Народный совет. Да, Народный совет, я поэтому название. Вот, руководитель Народного совета Донецкой Народной Республики приехал сюда для того, чтобы самому воочию убедиться, привез некоторую поддержку, значит, дрон там, ну и ребят, которые приехали, тоже подсказать, что можно сделать. Вот я почему его показываю, чтобы вы понимали. Есть люди, которые являются горе-блогерами, есть тиктокеры, а есть люди, которые при любом раскладе делают свою работу, находясь со своим народом, со своей страной, со своими войсками, не бросаясь в панику и не прячась где-то в подвале, и не показывая оттуда пальцем за угол, где находится противник. Мы делаем свою работу, держим строй. Мы при любом исходе, братья, и знаем, что мы победим. Это вопрос однозначный. Поэтому всем тем, кто нас смотрит, держать строй. Никому нельзя давать слабину. Мы не имеем права дрогнуть, потому что этого нам не позволит Бог. Мы знаем, что нас любит Бог, поддерживает Бог. Ибо если бы не было Его любви к нам и Его поддержки, мы были бы такие же, как вот эти вот чмошники, которые находятся на той стороне. Мы будем громить войско антихриста Даджаля. И иншаллах, рахман, мы однозначно победим. Этому нет никаких сомнений. Если с нами Бог, то кто против нас? Вот и все. Ахмад сила, Россия мощь, Бог един, Аллаху акбар.